Так, хилимся. Включаем трекинг минерала сразу же, чтобы не забыть. А, это Defender, нафиг он мне нужен. Снова этот чувак. Он что, резуректится так быстро? Я его не добил? Вроде добивал. Что у меня на X? Я помню, у меня на X, кстати, тоже стомп стоял. Мне надо на X что-то забиндить. И на Z. У меня на Z Thunder Club, по-моему, стоял, что я помню. Надо как-то что-то с кнопками разобраться. У меня бинды мне не нравятся, короче. Не привык я к ним. Так, ну где ж логеры? Окей, вот этот чувак логер. Давай попробуем спулить его. Ну и что, ты будешь меня стрелять бесконечно? Придется отходить сюда. Вот, отошел. Теперь давай драться. Что у меня есть баф? Я не знаю. Ничего нет, тут только вот пивко вот это. Трог эль. Троглинский эль. Напиток. Бодрящий. Так. Хантер. Логер там есть. Где тут логеры? Вот логер, я вижу его. Мертвый орк какой-то у нас. Элзик. Рано он сюда, наверное, пришел просто. Не стоило ему. Левел, может, низкий. Тут чуваки часто ходят. Вот 21, окей. У меня 21 подходит. Но если туда приходить 17, ну это бред. Время терять. Здесь чуваки 20 есть. Если он на тебя, ну, как бы ты его спулишь, придется просто назад бежать, пока ты как бы не спросишь его. Ничего не сделать. Ну, имеется в виду, если я кого-то атакую, кого-то спулю случайно. Мне не надо убегать, то есть я могу убить их. Ну, исключения были, вот в прошлый раз было исключение, у меня изначально было мало здоровья. Я просто не перевязки не делал. Вот как сейчас. Я сделал перевязочку, хотя она мне ничего не дала. Перевязочка. Я, наверное, на X поставлю. Мне тянуться на U букву неудобно, чтобы встанеть. На X или на C, а на C уже стоит Thunder Club. Короче, X и Z, у меня две кнопки, надо что-то придумать с ними. Что-то надо придумать. Хорошее, дельное. Надо поесть, у меня вроде... Не, молоко, а вот еда есть. Кушай курочку. Чуть не кушаешь. А здесь нельзя, типа? А, вот теперь что-то ест. Он не хотел, то... А уже две курочки съел. Видимо, это лаг сервера был. Или лак моего интернета. Не знаю, что сегодня творится, честно говоря. Вчера такого я не наблюдал, прям жесткого лага. Ладно, мне еще надо восьмерых убить, продолжая фармить. Уже пол уровня нафармил. Еще сделаю эскорт. Вот с эскортом будет сложно, если там чувака быстро убивают. То есть надо будет постоянно агрить их быстро. Если не успеваю... Он сдохнет сразу. Надо, может быть, чувака какого-нибудь с собой найти. Как бы в пати пройти. Одному не идти, в общем. Так. Логер. Да ё-моё, да как я их пулю вообще? Постоянно всех пулю. Кого не попало просто. Всех подряд. Ну это маг, он, видимо, у него мало армора, я должен его быстро убивать. А, у меня же сбить косты есть буквы В. Реально. Я хотя бы на С, кстати, поставил бы. Я на С. Мне на С удобнее. А В у нас будет Z. Хотя нафиг мне этот В. Пусть он будет В. Это не особо крутой скилл на самом деле. Он как бы в PvP вообще не влияет там ни на что. Ну там урон просто никакой. То есть там 10% медленная скорость. Это фигня на самом деле. Это чисто для танкования что-нибудь.
И то надо в другой стойке быть, чтобы это работало. Поэтому это для танкования потом стало. Когда близы разрешили этот скилл использовать в деф стойке. Так только в Battle Stance. Может быть, потом будет другой ранг и в Battle Stance. Ой, в этом, в Defense Stance можно будет использовать. Но я не думаю. По-моему, такого здесь нету. Такой темы. Так, что у нас сверху? Оператор. Оператор. О, логер. Логер. Смотрю по сторонам, что никого не было. А то кто-нибудь меня сейчас прибьет. Спулю кого-нибудь снова. Так, надо заканчивать уже. В инст надо идти, на самом деле. Глаза устают просто вот именно. Чисто вот фармить вот так. Вчера, кстати, особо не устал. Я вот сегодня уже второй день играть подряд. Так, конечно, устаешь. Так. Этот еще троих надо. И пойду отсюда в эскорт квест. Там вот надо найти вход в шахту. И в шахте в самой где-то там. Не помню кого, то ли орка там надо спасти, то ли тролля. По-моему, орка. Ой-ой-ой, друид. 22-й. Еще один логер. На троих этот, и походу вон там. Нет, это не он. Так, туда я не пойду, там этот маг еще. Пойду на выход я кого-нибудь найду. Или пойду к шахте к этой. Реально кого-нибудь по дороге найду. Давайте, кстати, оружие обновим. Заточим снова. Ну вот логер здесь был. Думаю, вон там где-нибудь еще найду. Труп кого? Может, найти эльфа? Или это тролль такой? Так, здесь никого. Здесь никого. Это оператор какой-то. А, тоже не то. Блин. От двоих надо. Я думал, что найду их. Где они все делись? Никого нету. А вот логер. Он тут один или еще кто-то с ним? И второй, окей. Замечательно. Давай. Один удар. 100 опыта дают. Прилично, кстати. Получается, чтобы левел получить, надо 250, грубо говоря, чуваков убить и все. И левел будет 250. Все правильно, 2 нуля добавляем. Вот 25 тысяч опыта и получается. 250 это немного на самом деле. Если ты еще квесты делаешь, то вообще быстро. Поэтому на данный момент быстро можно еще качаться. Вот там вот вход. Так, а что у нас тут? Копер, ой как он. Только появился, кстати, не было. Я вот шел, не было. Сейчас, надеюсь, никого нету. Я первый возьму. Еще в шахте должно быть, кстати. Надо посмотреть, поискать там, прежде чем взять квест. Тоже должны быть залежи. Как говорил, один копер ор, это 10 монет серебряных. Смотрите, 20 серебряных. 30 серебряных. Вот 30 серебряных просто вот из ниоткуда у меня появилась группа. Ну, там минус 5% комиссия аукциона это. Ну, это фигня. Можно, кстати, им подороже, наверное, продать в какие-то моменты. Я за то, что за 2 золота поставят, наверное, очень плохая цена. Потому что в Санды, в воскресенье все играют. И очень важно там... ну, копер популярностью очень серьезно пользуется именно в выходные. В будние, может быть, цены ниже, имеется в виду. А вот в выходные цены выше. Из-за того, что спрос выше. Потому что многих 60 уровней там в рейды ходят. Им что-то скрафтить надо, прокачать там. А тут, кстати, чуваки-то серьезные, 22 уровень. 20-й, 22-й.
Сейчас мы найдем кого-нибудь. Я думаю, кто-нибудь тоже их скоро захочет делать. Давайте, кому-то стопудово надо. Многие просто не знают. Как его толку убиваю? 22 уровень сразу как бы... У меня скилл оружия просто не прокачан. 98 это 20 уровня уровень. А у него 22, то есть у меня 110 должен быть скилл по-хорошему. Тут варлок бы умер, кстати, если бы я ему не помог сейчас стопудово. У него здоровья нету, он занят тем. У варлоков прикольная тема, то что у них пофигу на ману, они могут тапаться. Поэтому для кача очень классно. Особенно с вот этим чуваком. Заморозка. А, я только передвижение замедляет. Скорость атаки не меняется. Ой, сколько здесь всего? Ну-ка. Сильверти. Но это пока нам не надо. Это нам не надо. А где эскорт? Он здесь или... Просто не знаю, как пройти тут. Я, честно, я один не сделаю этот квест, честно. Надо искать. А что у меня в General не пишется? Через единицу я не могу писать в General. Что у меня такое? Глюк, что ли? У меня не включено что-то. Не знаю, не могу писать что-то. Все пишут. Я вообще никогда в General не писал ничего. Смотрю, сейчас не могу писать. Давайте тогда reload сделаем. Реально не могу писать в General. Что за фигня? Может, пока ты какого-то уровня не возьмешь. Хотя бы один у тебя персонаж на аккаунте не будет. Высокого уровня нельзя. Странно. Не, эскорт стопудово не буду делать сейчас. Я приду сюда, когда у меня 24 уровень будет. Или там какой-нибудь такой. Я его просто сейчас не сделаю. Один. А тут никого нету больше. Я не знаю, может, я просто спамил два раза. Выключается сразу, не знаю. Ху. Так. Сейчас. Command C. Ну, я не сделаю просто его. Может, никто не видит моего чата или что? Что за фигня? Или у них как бы чат не работает? Что за... А, может быть, просто они английский не знают. Смотрите, у него никнейм такой. Может, реально английский не знают. Ладно, можно проспамить тогда в личку. Какой уровень мне подойдет? 21 какой-нибудь. Вот Хантер подойдет. Маг подойдет там. Шаманы мне нравятся всегда. Окей, чувак один уже есть. Так, надоело так сидеть. Сейчас разберемся. Сейчас все будет. I don't have that quest. Так.
Один чувак только ответил и всем проспамил. Чё за дела? Кто тут вообще играет? Боты какие-то? Давайте проспамим еще, мне пофиг. Шаман, Хантер, Варлок. Так, этому я писал? Нет, этому не писал. Кому еще написать? Магом писал, вар какой-то. Давайте вару второму. Но этих низких я не хочу брать. Ну нет смысла. Где этот чувак? А, он тоже здесь, так что нормальное место. Сейчас я запулю всех. Короче, надо убегать отсюда сейчас. Ну, двоих я уже нашел, и они здесь, так что можно сейчас сделать. Я last stand юзаю. Что это у него за одежда такая вот тролля этого? Клоудс. Короче, не для него, а для мага какого-то. Так, с нами вар. Почему вара? Лут или что это указано? А, там паладин был. А мы его атаковать не можем. А, нет, я могу. Так, а где вар? Где вар? А, ну он на подходе. Все нормально. Тут реально их так много. Жесть какая-то. И еще один агрится. Чувак какой-то хилит нас, смотрит на нас. Но сам квест делать эскорт не хочет. Так, у меня для эскорта место есть, окей. Сейчас пойдем. Надо этого добить. А это наш чувак. А чем он так его атаковал, интересно? Как шаман какой-то. Какой-то спел у него был, или что? Или это выстрел такой, не понял я, что это было. Так, здесь надо аккуратно пулить.
реально сейчас все время косты могу сбивать. Мне только надо какой-нибудь аддон сделать. Что я не вижу их костов времени. Нужно аддон поставить, тогда я буду видеть и все время правильно сбивать. Так, конечно, неудобно. Я не вижу, сколько там секунд у него, сколько времени осталось до конца каста. Поэтому надо будет... Надо будет прикупить. Вот видите, этот эскорт уже многие не знают, что он существует. Здесь уже как бы народу нету. То есть мы можем спокойно не париться. О, сильвер это для... Вот прикольно, у Ханта уже как бы он сильвер добывать может. Я не могу. По-моему, нам сюда, я не знаю, честно. Туда или сюда. Пойдемте в ар, потому что не хочу разделяться. Вместе пойдем. А я все равно в бою. Я думал чаржнуться, надо отойти. Но... Ой, я С нажал. У меня ж на вы. Перепутал маленько, спал. Ну чё, опыт идет, все нормально. Правда, у меня здоровья нет. Я не служу своим здоровьем, надо перевязки делать. Потому что я всегда танкую. А у этого чувака даже крутой баф, этот энчант висит, то есть он уже как бы не новичок. У него есть какой-то чё уже. Так, я не помню, здесь он или... Или не здесь. Вроде не здесь, получается. Следующий проход где-то должен быть. Здесь просто большая шахта. Поэтому где находится, не знаю. Хотя вроде как правильно идем, мы вниз спускаемся. Перевязка. А, сейчас у меня нет перевязки. Сейчас включу перевязку. Здесь главное не зафейлиться, здесь так много мобов. Даже втроем сложно. Надо еще двух чуваков каких-нибудь Хантом хорошо, у Ханта такой дэмэдж огромный. Больше, чем и у меня, и у этого вара.
вот он, эскорт. Сейчас берем. Пусть берут. Все, квест взяли. Ему же сдавать, я так понимаю. То есть мы его проведем, и потом можно сдать или что. Или подождите, это еще не эскорт квест? Ой, а чё их так много? Подождите, а мы квест сделали, получается. А как назывался он? Orders, какие-то там orders. Get the mysteries or. А здесь сейчас их не будет, там они исчезнут, потому что мы даже не пореспавнимся, это вообще будет. Честно, надо сказать, чтобы они не респавнились, то сейчас по одному отдадимся. Надо главное сейчас квест этот сдать, а следующий не брать. Ну как-то странно, вот первый квест мы взяли, он сразу на всех взялся. Я даже не знал, что именно вот такой квест первый. Я думал, сразу эскорт и все. А нам надо было руду какую-то найти. Мы типа нашли ее, но я не понял, как мы ее нашли. Может, кто-то залутил что-то из наших игроков. Потому что я ничего абсолютно не делал. Все прибежали и нас убили. Можно было фернуть их. Парочку пытаться убить. Потом вар второй феряет их. Если бы мы все в одном месте сидели с микрофонами, можно было разрулить теоретически. Но это было бы сложно. Я просто, никто не был готов к этому. То есть у меня даже ярости не было. То есть надо было заранее ярость накопить. Феряю я, потом феряет он. У меня last stand, я танкую. Мы пытаемся что-то сделать. Окей, так может быть и получится. Так, мы же, по-моему, сюда шли, да? Мы пошли сюда, дальше мы сюда и вниз. Сейчас мы направо пошли, и потом налево. Да. Да, мы сделали. Так, сразу трекинг надо врубать. Здесь еще не все отреспавнились. Сейчас, по-моему, меньше миньонов будет. Намного меньше, чем было. Намного, намного. В два раза, наверное. Что реально, вот сколько тогда было и сколько сейчас. Хотя мы сейчас всех запулили прям. Хотя нет, с этой стороны только одного. Меня бьют, а я выживаю, все нормально. Так, а что-то у меня тут лут какой-то. Ой,
Зря я сюда. Выживаю. Варом прикольно, конечно, играть. Выживаешь хорошо. С щитом именно. Плюс таланты. Мне нравится вар. Потому что раньше, когда я играл, мне казалось, что типа надо больше всего урона наносить, быть крутым. Сейчас я понимаю, самая крутость — это быть прот варом. Вот это крутость. Мне просто интересно играть. Так, подождите-ка. Сейчас вот так сделаем. Штаны выпали. Штаны плохие. Ну как плохие? А, это лезер вообще. Это вообще не для меня. Поехали дальше. Блин, реально, скоро уже 22-й, я пойду в Эйлинкавернс. Наконец-то. Соберу крутую пати. Надо только отдохнуть перед ними, чтобы глаза не болели. Мне что-то устали. Чат читаю ее часто или что? Вроде как не должны болеть прям так глаза, но что-то устали я, не знаю. Я всего тут, не знаю, 2,5 часа, наверное, играю сегодня. Глаза болят, как 5 часов поиграл. Хотя нет, я 3 часа играю. 3 часа 10 минут, наверное. Кровотечение. Сейчас мы выйдем отсюда, уже немного осталось. Так, куда нам идти? Так, я перевязку хочу сделать вначале. Направо, по-моему. Здесь нет карты, да, нет карты. Ну, вара не убит, он вообще крутой, видите, у него. Фьюри Вепон, или как он назывался. Фьюри. Фьюри Вепон. Фьюри. Не знаю, как правильно сказать. Фьюри. 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 Ну, в общем, крутая тема, раз в какой-то момент он, по-моему, наносит 40 урона. То есть на каждый удар есть шанс, что нанесешь ты 40 огненного урона. Или 45, или 35, я вот точно не помню, но что-то около того. Но это очень круто для низких левелов, когда у тебя каждая атака примерно столько и наносит, а ты можешь дополнительно столько же нанести. То есть это очень крутая тема. Тут у меня бафнул на 4 стамины. Приятно. Так. Че, перевязочку? Ну все, я это все сделал, сдаем. А, одно яйцо надо, окей. Одно яйцо и сдаем квестика. И все. Тан-тан-тан-тан. Окей, guys. Thanks for birds. Good luck. Так, все, короче, разошлись мы, все сделали. Теперь яйцо одно ищем. Одно всего лишь яйцо. Сейчас найдем. Кстати, что он скорость? Нет еще скорости у него аспекта такого. Вроде нету. Тай, тай, тай,
Скоро будет левелапчик. Ой, 18-й шаман. Зачем ты сюда пришел? Нафиг тебе это надо? После каждого пула пить воду надо. Ну, практически после каждого. Ой, это копер, а этот не заметил, да? Так, он понял, что я сюда для этого пришел. Хорошо. Копер, копер, копер. Приятно, что не ниндзя тут. Вы что, я корова. Корове всегда уважение. Я ж коровка. Я ж не просто бык какой-то. Я корова. Ох, что с них яйца не выпадают. Я помню, раньше как-то выпадали, помню, с них яйца. Так получается, только лутать надо их. Вот почему паук убегает, не могу понять. Они что, трусливые, что ли? Я не уверен, что они могут убегать. Это неправильно, они не могут убегать. Только люди могут тут убегать. Это паук, он вообще жестокий и не чувствует боли, ничего. У него нет страха. Он должен убивать, убивать, убивать. Заточка заканчивается. Совсем недавно вроде как я делал ее, сейчас она закончится. Представляете, мы 30 минут, наверное, провозились в за квест этот. Ну, хорошо, хоть мы его сделали на халяву. Потому что так не должно быть, он забагованный какой-то. Там что-то надо сделать или выжить. Но мы сразу как-то погибли и нам засчитали. То есть, я не знаю, это какой-то бред. В реальности он намного сложнее. Но там прибежало больше, чем должно быть. Не должно быть столько народу, поэтому... Это компенсировалось тем, что квест выполнился на халяву. Так, ну и надо яйцо найти, но не вижу яйца тут, поэтому... Придется тогда туда еще вернуться, наверное, к боссу, в то место. Там их много было. Я зря ушел оттуда, надо было там искать. Так, сейчас придется снова туда идти. Но это все равно надо в Рэтчет сдавать, так что мне пофиг. Мне пофиг. У меня только, правда, места нету для новых квестов. Что, сдаем этот и берем новый. Что нам дали? Ботинки, блин, а я недавно покупал ботинки 7126. Но эти как бы хуже. То, что там то, что там ловкость, это пофиг. Так, ну что, яйца искать, респаун здесь, или идти дальше туда? Не знаю, хочется здесь, конечно, найти. Здесь народу столько, что, наверное, я не найду. Сейчас я не вижу нигде. А вот, есть. Окей, может быть, повезет мне. Всего одно яйцо. Одно яйцо, и все готово. Места уже, кстати, мало. Надо будет продавать все. Ну? Блин, не везет. Где еще, может быть? Не вижу, нету. А вот, окей. Правда, надо будет паука, наверное, одного убивать. И кто-нибудь возьмет за ниндзя яйцо мое. Нет, никто не берет. Хотя вот этот чувак вроде как бежал сюда. Да, сделал я. Отлично. Отлично. Даже больше выпало, чем надо. Сейчас я, наверное, наверх подомусь. А там не было квеста, да, сверху? Там чисто квесты для Альянса были. Да, там для Альянса, поэтому иду в город. Надо флайпас открыть мне. А потом уже оттуда я вниз пойду, все остальные квесты сдам. А сюда мы чуть позже вернемся, после Вейлен Кавернс, наверное. Посмотрим. Я тут все хочу доделать. Ну, здесь какие еще квесты? Ну, и там вот я знаю, но они очень серьезные квесты. Там левел надо повыше. Там левел 24-25 должен быть. Да легче будет. И так будет сложно. Ну, посмотрим. Смотрите, кто-то тоже поубивал тут. Смотрите, сколько трупов. Тальян стопудово. Вот еще.
А, нет, это кролик. Это кролик. Окей. Сделали мы этот квест. То, как я все планировал, так все и сделали. Затянулось, конечно, все это, но... Левел-ап, за сколько мы вот левел взяли, грубо говоря? Сколько там плейт у нас? Ну, 2 часа. Прошлый левел тоже, по-моему, 2 часа примерно брали. То есть нормальный результат, честно говоря. 2 часа, если так за 20 часов 10 уровней брать, то это хороший показатель. То есть у меня уже будет 30 уровень через 20 часов. Но в реальности будет, наверное, помедленнее уже. А самая жесть начнется там после 40-го, потом еще после 50-го. То есть там вообще все дольше и дольше качаться. Ну, там уже можно будет заранее какие-то квесты гриндерские начинать делать, там, на репутацию, на все это дело. То есть, там можно гриндить, заодно и репу качать. Это в это, как там называется эта зона? В Eastern and Western Plaguelands. Plaguelands. В тех вот местах там можно будет качать репутацию. Там хорошие награды за эту репутацию, поэтому есть смысл это делать. Но, правда, там, конечно, долго это все делать. И потом репутация перестанет идти, и там надо будет только в инст ходить, потом еще куда-то там. То есть там много вариантов не будет. Я вот думаю, может быть, мне поменять мою локацию не кроссроудс, а типа дом поменять, чтобы телепортироваться в другое место каждый раз. Не знаю. Ладно, давайте возвращаем квест. Вон тот, который мы сделали. One hand, two hand, ерунда полная. Гарпии. Да, гарпии, это я знаю, что за квест. Я просто посмотрю, какие тут квесты. Может быть, что там стоит взять. Сразу, сейчас. А посмотрим, что здесь у нее за квест. По-моему, это точно та же, там, где и гарпии делается. Гисиц. Да, по-моему, это там делается. Семена. Не помню. Ну, короче, это нужен выше левел. Поэтому, на самом деле, не важно. Выше левел, в общем, нужен. Смотрите, как раньше бладельфы выглядели, видите? То есть они были вроде как в игре, да? Но выглядели они вот так. Очень, конечно, стрёмно. Потом их перерисовали, но... А, Кинариус, это я знаю, где... И сверху там еще есть квест, я знаю тоже. Окей. Где флайпас у нас тут? Флайпас у нас здесь. Все. Я его открываю и пешком сейчас буду идти вниз. Сдам все вот там 3 квеста у нас есть. Сдам их, потом я, наверное, уже получу 22-й. В Thunderbluff. Скиллы изучу. Если золота хватит, потому что скиллы там дорогие. Ну, вот такие дела. Ну, я рад, что здесь все доделал. Как бы основную часть мы сделали, ровно половина. Остались квесты вот здесь. Сверху квесты, там есть элитные квесты, но я не знаю, они, по-моему, только для Альянса, возможно. Я не уверен просто. Возможно, только для Альянса. Там тоже, по-моему, эскорт квест есть или что-то похожее. Но это пока мне рано идти туда, мне на 25-й левел какой-нибудь. 24-й хотя бы, в общем. В Вейлинг Каверн схожу, будет 23-й левел, потом, может быть, еще где-то 24-й, и потом вернусь сюда. В Ashenvale можно тоже идти с 18-го левела написано, но все равно пока рано. Там надо 23-й, 24-й. В общем, надо после инста туда ходить, пока рано. Но главное все квесты подряд делать, потому что потом будет такой стопор, что даже квестов не будет, нечего будет делать. Поэтому надо все подряд делать. Вот такие дела. Я просто конта прокачивал до 60-го уровня, только не на этом сервере, а на сервере, которого сейчас уже, можно сказать, нету. Его там закрыли, что с ним случилось. В общем, я потерял столько, блин, времени, там столько качал, и, блин, сейчас бы было прикольно, если бы у меня хан 60-й был, я бы там просто поиграл им, какие-нибудь квесты поделал на Хантера, чисто на Weapon Hunter, там есть крутые квесты. Но не могу этого сделать, потому что нету ханта, а мне так нравился, так приятно было играть. Но на том сервере, где я играл, конечно, людей было мало, это, как на этот увидел, блин, откуда столько народу, тут просто туча народу. Но вот в этой локации, где мы сейчас, здесь поменьше, конечно. Ну, вот здесь был народ, а здесь... Ну, они на гарпиях, там дофига народу, там будет долго делать, потому что постоянно гарпии там не хватает. Там есть такие редкие гарпии, которых очень трудно найти. Там битва будет за них, короче. Так, здесь я квест сделал, там и остались. Окей, сдаем этот квест, сдаем те 2. И все.
Да, мы квест взяли на Ratchet, да. Яйца есть, окей, все есть, хорошо. Все это есть. Так, ну что, нажму я тогда, пусть бежит. Пока отдохну немного. Бежим сюда. А теперь сюда. А, майнинг можно еще где-нибудь проверить. Я не знаю, сколько скилл у нас. 56 до сих пор, да? Ну, можно переплавить на этот раз. Может быть, до 60 докачаю скилл. Переплавка именно. Так, здесь майнинга нет. Вот там сверху, кстати, майнинг был, который я не смог забрать. Может быть, никто не забрал. И я смогу это сделать. Хотя там столько народу ходило, я думаю, у кого-нибудь там майнинг и был прокачан уже. Так, 20-й вар. Я как раз сейчас стрим, у меня один чувак там качает, смотрю на русском. Да, мало просмотров, он зрителей, имею в виду. 20 там, 10 зрителей. Но у него там 16 уровень сегодня был, до того, как я начинал видос. У меня был 20, еще 21, посмотрю потом, какой у него. Но он конечно, там в пати качается, там очень долго, когда в пати качаешься. Именно очень мало экспириенса получаешь. Ну, как бы квесты быстро делаешь. Квесты заканчиваются, а у тебя левел низкий. Что делать дальше? Вот это самая большая проблема, когда в пати играешь. Потому что квесты, где надо просто тупо убить всех, ты делаешь очень быстро. Тебе их надо меньше убивать. Соответственно, ты меньше опыта получаешь. И надо больше опыта, чтобы левелапаться. А квесты заканчиваются. Вот и все. Все просто. Заходим сюда. Потом туда. Там даже может быть 3 квеста даже, не 2, а 3, потому что там я еще корову спас. У меня было 2 квеста сделано. Вернее, был один, потом был здесь один сделан, потом я второй здесь сделал. И корова еще. Соответственно, там 3 квеста вообще. То есть точно я левелап получу сейчас. Стопудово просто. Так, берем этого. Так, больше квестов он не дает. Ну окей, мне это как бы в самый раз. 1500 мне дал, и как раз будет 22-й. Потом телепортируюсь в Crossroads. А, лечу в Thunder Bluff. Может быть, тогда дом Thunder Bluff делать уже. Нафиг мне эти Crossroads сейчас. Реально сделаю Thunder Bluff, чтобы возвращаться только когда надо уже в город. И буду возвращаться каждые 2 левела уже. То есть 24-й. Ну, если там нормально, как бы, очень нужно прям. Если далеко это все, то нет смысла, конечно. А здесь, кстати, интересная дорога, которую я вообще давно, я как бы не знал про нее. То есть есть такой секретный проход, что пройти в этот кемп, а не проходя через вот эти вот места, где постоянно надо там это, убивать кого-то. То есть тут есть нейтральная территория такая. Но я ее потом увидел уже, когда я на официальном сервере сейчас играл, в дреноров этих. Я тоже вот как раз таки качал кого-то, я именно вот эту дорогу. Они ее немножко изменили. Немножко, но в целом она такой же осталась. Вот здесь, кстати, какой-то костер интересный. Никого нет. Я тут специально прошелся, чтобы минералы вдруг кто-то оставил, вдруг тут появляются, и просто народ здесь не ходит, и я бы смог взять их. Но я не прав. На самом деле нету тут минералов. Но я проверил. Может быть, могло повезти. И как раз не забыть все переплавить. Может быть, уже скилл 60 будет. Что, блин, я столько тина пропускаю, это просто жесть. Это столько денег. Мне надо просто на кодой уже копить сейчас на 40 уровне. А я ни на что не накопил, я как бы все на шмот трачу, на скиллы. Поэтому надо будет... Надо будет что-то поменять. Больше, короче, продавать всего. Может быть, и камни начать продавать. Пофиг на этот блэксмитинг. Ну, хотя вот Linen Clothes я начну продавать, за него тоже деньги дадут. Ну, там немного, наверное. Все, вот эта корова, Protect Kaya. Tell Sunrock.
Это мне надо снова туда идти. Короче, еще раз один квест он мне туда дал. Но мне пофиг. Вот он, 22 уровень. Все, тут квесты закончились. Все сюда доходят и типа в ВК уходят постоянно. Уже не первых вижу. Так, что за новые квесты? В Тандербласе с кем-то поговорить. Ой, еще квест туда, блин, я их видел, там двух чуваков убить. Может сходить сделать? Мне просто... 4 слота надо под квесты. Ну хорошо, здесь 2 квеста я сдам. Здесь 3. 4 слота, да. Я не знаю. Я не знаю, как лучше поступить. Просто у меня слотов не хватает. Здесь еще 2 квеста здесь. 1 000 000 квестов, короче. Ладно, давайте я сделаю этого Шреддера. X4 надо Шреддер, X9, там их 2 варианта. А я зато сейчас пойду по правой стороне, вот здесь. И здесь постоянно были залежи. И может быть я что-нибудь найду, поэтому не зря я сейчас иду. Хотя хотелось бы уже, наверное, идти там скиллы изучать, все остальное, но... Я хочу докачать, наконец-таки... скилл. То есть мне надо больше, чтобы копирора было. Потому что 18 переплавишь, там максимум 2 скилла или 3 прокачаю. Но это недостаточно. Мне надо 65. Мне надо 65 скилла. А по-моему, есть какой-то баф на оружие или на что-то, который повышает майнинг. Это энчантинг есть такой. Но он, по-моему, дорогой для меня. То есть чувак запросит огромную цену за это. И как бы это невыгодно для меня будет. Там 5 золота, 10 золота может это стоить. Даже если у меня деньги будут, я не думаю, что стоит на это тратить. Ну, это типа на кирку, наверное, вот на эту бафать. Я не знаю на что. И руку потом брать каждый раз. Потому что не знаю, как еще по-другому работать должно это все. Даже миссую сейчас. У меня левел уже 22, у меня миссия идет. Что за дела? Очень долго убиваю, мне это бесит просто. После ханта, просто я играл в классик ханта до этого. Хантом, да, прокачал до 60-го, и после него вот это просто такой медленный кач. Такой медленный кач. Ну, у меня таланты еще, конечно, такие же. Если брать там... О, кстати, таланты возьмем. Как я и говорил, на армор. Плюс 10% армора, это хорошо. Ну ты его убьешь или что? Чё ты не атакуешь? Может, из-за пинга сегодня еще. Хотя бы сейчас устаканилось все. Походу народу меньше стало. Пинг 130 стал, кстати. Всегда был 300, 400 сегодня. Сейчас смотрю, 130. Приятно. Так вот, я хочу по этой стороне пройтись. Вдруг здесь где-то будут залежи. Будут. И плюс я еще хочу проверить, там такое здание было большое, интересное. Что ж внутри было? Такой большой тент был. Ну, он выглядит как тент, но я как, типа дом буду считать. Типа домик такой был. Но он реально большой был. Интересно, я здесь вообще пройду или это просто на карте так кажется, что можно пройти? А, так тут нет прохода, оказывается. То есть мне вот на карте кажется, вот есть проход. Ну, там нарисована гора, и вот типа сверху можно пройти. Но нет, пройти нельзя. Значит, пойдем так. Так. Один квест в Рэтчете надо взять, у меня останется 3 их. Один квест в Тандербласе уже 4. 2 квеста над Инстом. То есть у меня должно быть 16 из 20 свободных слотов, чтобы это все взять. И в реальности надо 15 слотов, потому что один квест еще дропается в самом Инсте. И если он дропнется, то я его сразу не заюзаю. Хотя, по-моему, пофиг, на сразу заюзаешь или нет. Там, по-моему, просто надо прийти награду где-то забрать. То есть там такой квест. Сейчас я посмотрю, как он делается. Вот он, Glowing Shard. Travel to Ratchet.
and find meaning behind Nightmare Shard. То есть надо в... You get the devil, you kill the last boss. В общем, последнего босса надо убить. If you kill four druids and escort druid, when you have shard, you have to bring it to Ratchet Bank and then back at the top of the hill over... А, ну я понял. А, я понял. То есть пофиг, можно иметь 16 слотов. То есть можно просто выпадет квест, но ты его сразу просто не возьмешь. И пофиг на это будет. Так, ну что, я не пойду туда, в этот центр. С этой стороны нельзя пойти. Там надо будет кучу коров этих убивать. Теперь их, за них опыт сейчас не дают. Кучу времени потеряю. Пойду двух роботов, короче, убивать. Раз есть квест такой. Короче, я их убиваю. Я иду сюда. Этот квест заканчиваю. И, возможно, назад придется вернуться. Ну, хотя он, наверное, снова один квест даст. Там еще какой-то. Неудобное расположение вот такое вот реально. То есть на половине пути между этим и этим. Ну, даже не на половине, здесь ближе сюда даже сходить. Но перелета-то нету. Сделали бы, например, перелет туда. Ну, тогда бы вообще халява была. Этот не был бы классическим Варкрафтом. Не было бы такого. А еще раньше плюзы так специально делали, чтобы люди медленнее качались, и они как бы дольше платили каждый месяц за игру. Потому что многие докачивались до 60-го. И уже как бы не так интересно становилось играть. Для многих. Просто многие там не ходят в инсты какие-то или БГ. Многие любят квесты делать, просто прокачка какая-то, там еще что-то. То есть есть разные типы людей. Кому-то нужны квесты, кому-то нужны БГ, кому-то нужны инсты. Вот на 60 уровне кому-то как бы... Кто-то в инсты никого-то не будут брать, потому что шмот плохой, и он перестанет играть, платить за игру. А если он дольше качается, он дольше месяцев будет оплачивать игру. То есть вот так вот. А игра была дорогая, им надо было купать игру World of Warcraft поначалу. То есть игра реально очень дорогая в разработке была. Но потом они поняли, что они сделали такую игру, которая приносит просто миллионы. Ну и начали доить эту игру как корову. А, у меня сейчас... я его убиваю, потому что... У меня сейчас сетку кинет, нет смысла убегать. Кстати, опять пинг. Фигово. Я не знаю, что такое сегодня с фингом, конечно. Даже... Я даже в инст не хочу играть и идти с таким пингом. Реально. Может быть, завтра пойду. Сегодня я вот как раз все доделаю. А вот завтра уже в инст сходить. Потому что с таким пингом... Это бред идти. Никакого кайфа танковать не получу я. Нормально не потанкую. Так, паук. Ну, паук, пофиг на него. Это, походу, не кинет. Я не знаю, кто там кидает. По-моему, крипер кидал паутину или другой тип. Но это не кинул, так что я пробежал. Ну что, будем искать роботов. А, надеюсь, что у многих этого квеста нету, и они не будут роботов убивать. Плюс роботы сами по себе, по-моему, 23 уровень там один робот был. Поэтому навряд ли, что мелкий какой-нибудь чувак захочет его убивать. Горензо... А что это за квест Горензо? Сейчас, а какой у меня квест? А, это не то, подождите. А, не, у меня Shading Machines квест называется. А что это за квест, не знаю. Горензо в Range Whistle. Не знаю. А, кстати, я могу в чат писать? Тоже не могу. Что за дела? В General писать не могу. То ли у меня какой-то аддон блокирует это, то ли что. Кто-то может писать, я не могу. Бред какой-то. Ладно, ищем Шреддера. Он большой, его сразу увидим. Показывает, что он здесь может быть, поэтому... С левой стороны. Мне пофиг на это. Я пришел за Шреддерами. Здесь вообще как-то пусто, никого нету. Нету его здесь. Но он патрулирует, скорее всего, территорию, не будет в одном месте прям стоять. Это стопудово. Поэтому будем искать везде, со всех сторон. Мне эти гоблины не нравятся, они очень мелкие, их часто не заметишь. А я хочу так бегать, чтобы меня никто не трогал. Ну окей, показывает, что здесь еще может быть.
несколько точек, где надо смотреть, искать их. Так, тут вар какой-то. А, квест, наверное, и на них будет, раз они убивают. У меня на них квеста нету. Не знаю, где они все эти квесты берут, но у меня их нету. Так, Шреддера не видно. Ладно, пойдем за дом. Вот здесь, может быть, он где-то. Есть он тут? Нету. Блин, глупая идея, наверное, была. Но раз уже пришел, надо искать их. Что? Если его уже убили, то... Респауна надо ждать. А где, даже не знаю. Но самое главное, что они тут передвигаются постоянно. Поэтому надо следить и ходить. На одном месте не стоять. Ну вот копер я увидел, так что хоть денег заработал. Что деньги нужны на кадо, я нас. Если по 40, после 40-го без кадо я буду. Это вообще, конечно, жесть. Там столько надо будет бегать. И без кадо это, конечно, жесть. Просто без кадо это долго так делать все. Ладно, если бы я какой-нибудь хант был, у него аспект есть скоростной или шаман. Ну, у меня-то этого нету. Так, не вижу никого. Но мне указывает, что там, а здесь типа нету ничего, не бывает их тут. Иду сюда, окей. Я даже в чат не могу ничего в главный написать, потому что... Даже хотите спросить, где Шреддер, я не могу. Могу всем только если писать в личку. А так не могу, не знаю, что за глюк. Попробовать аддоны выключить на секунду и посмотреть, что будет без аддонов. Будет ли у меня такая возможность или нет. Шреддера не вижу, не знаю, где он может быть. Возвращаюсь на первую точку. Блин, сейчас психану и просто оставлю это на потом. Реально, Шреддера нету. Ни тут, ни там. Я только одного, кстати, тогда видел. X9 или какой там. Да, XT9. А еще какой-то XT6 есть. Это 9, это 9. А, 4. XT4. То есть 4 здесь, а 9 типа там. Ну, судя по квесту, вот как он мне указывает. Но вот здесь его нету. Второй раз прохожу. Нету, нету, нету. Рога. Пусть атакует, мне пофиг. Мне чисто Шреддер нужен. Чё, вот тут вроде как спот есть, да? Чтобы пройти сюда. Поближе посмотреть. Тут где-то, типа. Может, это просто зона, и вокруг надо смотреть. Типа, он патрулирует эту зону. Здесь вообще глухо. Тут пауки только. Кстати, яйца, оказывается, с этой стороны можно собирать. Никогда не видел, что тут яйца можно собирать. Ладно, Шреддера нет, я хочу тут пройтись кое-куда. Здесь, может быть, и минералы будут. Вот именно в этом месте. Хотя, может быть, и Шреддер здесь тоже ходит, кто знает. Надо везде проверять. Но пока не вижу ничего. О, что это у нас? Копиар. Отлично. Хорошо сюда пришел, я знал, что здесь как бы места хорошие. Когда качал давно копер, я запомнил, что здесь очень хорошее место. Здесь мало кто ходит, и всегда можно что-нибудь найти. Давай, бери, что места нет. Нет, есть место, это пинг плохой. Ну, 20 серебряных только что получил. И считай камни, которые мне нужны для профессии. Хотя здесь проходит Альянс, тут есть туннель, это же альянсовский туннель. Поэтому здесь должны алики часто бегать с одной локации в другую.
Поэтому и яйца здесь, наверное, сделали. То есть они тоже могут в речите брать, но прибегать с этой стороны и делать. Потому что с той стороны далеко все-таки для них. И, наверное, так сделали, поэтому. Ну, вот этот проход. Даже 155 опыта дали за открытие прохода, так что. А это кто? Ну, какой-то чувак, не знаю, что он там. Какой-то квест, может быть, у него в будущем будет. Не знаю. Для друида, может. Что это сам Таурен. Часто Таурен — это друидские квесты какие-то постоянно тут. О, можно, кстати, перейти эту гору. Посмотрим, может быть, здесь есть добыча. Купер. Да, можно перейти. Здесь тоже народу мало, поэтому если будет, то точно будет здесь. Какой он же четкий. Как он быстро не несся на меня. Я же подумал, какой-то редкий. Это обычный чувак. Нету ничего. Но мы приближаемся снова к шахте. Ну, возле шахты тоже бывает, но там близко даже не подойду, потому что там только народу это, гоблинов этих. Просто нереальное количество. Так что придется вот этого мочить. Давай. Покажи, кто тут главный. А, ерунда. Я думал, зеленка выпала. Это трава какая-то. Брюсвит. Брусника, наверное. По-нашему. Брусника. Я не думаю, что она дорого стоит. Там в основном стеками все покупают. Одну штуку, наверное, не очень выгодно продавать, как бы. Никто не купит. Вот там, кстати, кто-то есть. А, альянс даже. 24 уровень. Кстати, очень быстро его убивает. А, это 16 уровень. Окей, я думаю, почему так быстро? А, тут просто чуваки слабые. Это не те, что там, вот внутри кобольды. Вот там кобольды вообще жесть. А это ерунда. Чё, пробежимся?